Это маршрутский орех. Соседи, которые вон их дом вдали, они говорят так: мы себе мешок набираем на зиму и всю зиму колотим этим молотками и едим. Конечно, там очень мало мякоти. Но если бы вы знали, какая у нее ценность дикая. Оказывается, тот, кто умудряется добраться до мякоти, есть способы разбивания. Вертикально ставится там специально. Мы так никогда не доберемся. Там, представьте себе, полено. Так, сверху, значит, получается. Ну, как пень. На полено деревянное ставится. Вот. Не полено, как по-другому называется, когда дерево распилили. Чурка. На чурку торцом ставится вот этот вот уже очищенный. Она сама должна отлететь. Кожура ставится сверху молотком. Якобы очень аккуратно разбивается и может добраться до мякоти. Пусть ее меньше. Но оказывается, она настолько цена, что приходится ограничивать питание ей. Это не то, что грецкие орехи. Можно килограмм съесть и два. Как я делал, когда приезжал на юг с Норильска. За раз уметал. Вот. Нет. Настолько цена. Это раз. Второе. Значит, кожуру я уже вот с этих орехов снял. И, значит, это самое, водочную. Взял водочную настойку. То есть, еще не знаю, сколько стоят. Я не знаю никаких рецептов. Пройдет еще неделю, две-три. Я начну мазать себе колени. Уже еще двое затылок дышат. Поделись. Вот. Попробуем. Попробуем. Почему? Потому что этот рецепт с рынка мужик продавал вот такую гвоздь по 100 рублей. А я его разговорил. Это назовем народная медицина. Теперь смотрим внимательно. Вот видите, это орех. Я показываю вдали. Почему? Настолько въелось вот это недоверие. Смотрите, план. Нет, наверное, перестарался сейчас. А, вот так вот. Смотрите. Вот это дерево не маленькое. Это все одно дерево. Это груша нарядная фигура. Согласитесь, что урожайчик удался, да? Ну, обычно 20-30 ведер. В этом году не подвела. А теперь я специально, смотрите, я выше пока. Выше, 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 выше. А видите, над ним мангровский орех навис. А между ними 5-6 метров. Кроны сомкнулись. Мало того, он еще и навис над этим. Ни одного, похоже, ни одной пчелы не отпугнуло. Господи, как нас пугали. Дошло до того, что этот орех был под моим требованием предпоследним хозяином выпилен. Потом он пошел от корней уже в следующие хозяева, вот эти, которые вот эти вот уже, они уже отказались его пилить. Он вместо одной ветки огромной вертикально стало три в разные стороны. И теперь нам двоим орехов хватает. Они на еду, я на продажу. Растет на границе. Вот. И получается, что польза от него определенная есть. Много пользы. Надо уметь. Народная медицина такая вещь, надо маленько разбираться. А я за что купил, зато продал. Настойка, наводки, мазь колени. Мужик говорит, ему помогло. Ну, а что касается недоверия, да, недоверие страшное. А моим грушам тут еще две рядом. Хоть бы хны. Не просто урожай, урожайся. Видели? Все без этого, по-честному.